Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о прошедшей пресс-конференции главы республики, визите федерального министра, бесплатном проезде для ветеранов и других заметных публикациях за неделю. В эфире обзор прессы мы начинаем. С 3 по 12 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут ездить бесплатно пригородным железнодорожным транспортом, пригородными автобусами и маршрутными такси. Проект постановления, подготовленный к празднованию 71-й годовщины Победы, был принят на заседании регионального кабинета министров. Газета «Советская Чувашия» сообщает, Поддержать инициативу республиканских властей глава республики попросил и частных перевозчиков. Как патриот России и чуваши, я обращаюсь к частным перевозчикам, ко всем тем, кому не безразличен героический подвиг участников Великой Отечественной войны. Нравственные качества должны быть присущи каждому. Это важно и значимо. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами. Приводит цитату главы Чуваши и газета. Кроме того, на заседании был также утвержден проект правительственного документа о порядке предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан. Кому и каким образом будут предоставлять льготы, читайте в «Советской Чувашии». Тему продолжают чебоксарские новости. При содействии городских властей в столице республики пройдет сразу несколько акций, направленных на поддержку ветеранов. До 11 мая они смогут бесплатно позвонить однополчанам, родным и близким, живущим в других городах. 7 мая для ветеранов будет организована автомобильная экскурсия по чебоксарам, а 9 мая в 8 утра стартует традиционная акция ⁇ Водитель для ветерана ⁇ Присоединившиеся к ней автовладельцы помогут участникам Великой Отечественной войны добраться до мест торжественного празднования Дня Победы. Как рассказал нашему изданию глава города Чебоксара Леонид Черкесов, в прошлом году мы широко отметили славный юбилей – 70 лет Великой Победы. Но наш долг – помнить о подвиге всего народа каждый день, а не только к юбилейным датам. 9 мая навечно останется в нашей истории днем величайшей победы, днем памяти тех, кто ковал эту победу на фронте и в тылу. В городе 486 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 32 блокадника и 3943 труженика тыла. Мы должны каждому уделить внимание. Пожалуй, главной темой недели стала прошедшая во вторник пресс-конференция главы Чувашии Михаила Игнатьева. Газета «Про город» рассказывает, местом проведения был выбран купольный зал, расположенный на 17 этаже Дома правительства. На мероприятии собралось более 60 журналистов из районных, республиканских и федеральных СМИ. Было задано более 30 вопросов, руководитель региона их внимательно выслушивал, делал пометки карандашом, а потом давал обстоятельные ответы, например, про предстоящий день Победы. Мой отец и другие родственники участвовали в войне, многие погибли на полях сражений, поэтому этот день для меня, как и для большинства жителей нашей страны особенный. В этом году мой сын решил принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Если позволит график, то и я с удовольствием присоединюсь к такому шествию. А газета «Грани» приводит характеристики квартиры, ключи от которой на днях были торжественно вручены многодетной семье Моисеевых. Здесь в любви и заботе воспитывают 9 детей. Издание сообщает, деньги на приобретение жилья были выделены из республиканского бюджета – в этом году город получит еще 3,5 миллиона рублей. А это значит, что еще одна семья Новочебоксарска, имеющая 5 и более детей, сможет переехать в новую просторную квартиру. Подробности читайте в газете «Грани». В понедельник глава Чувашии Михаил Игнатьев вновь принимал высоких гостей. Аргументы и факты сообщают. Обсудить вопросы развития дорожной отрасли в республику приехал министр транспорта страны Максим Соколов. На повестке дня строительство нового направления федеральной трассы М-7, которая по планам должна идти в обход населенных пунктов. Руководитель Минтранса России заверил, что ведомство готово оказать республике содействие по включению объектов в программу развития транспортной системы. Подробности в аргументах и фактах. Кудрявый пеликан на Чувашской земле. Газета Ибресинского района «За победу» сообщает об удивительном открытии орнитологов. Впервые за последние 200 лет на территории республики заметили пеликана. Птицу обнаружили в Ибресинском районе. Орнитолог-любитель Валерия Никифорова просто решила прогуляться, когда в поле увидела необычного пернатого. Когда Валерия дошла до пеликана, он заметил ее и взлетел, но девушка успела сделать фотографии. Это был обзор самых заметных публикаций за неделю. Увидимся!